Аки-то ждут, вы собакам заварили, да. Вот вы нетерпеливые, быстрее всех сели. Мы сейчас хотим кушать, да? Самолетиком, мам. А? Мы уже не терпим, у нас живот болит от голода. Давайте садитесь тоже. Идем. Всем привет! Скажи всем привет. Бабушка Лиза передала нам вкусные пирожные с яблоком. Объедение. Клим, будешь чай пить с пирожными? Бабуля привезла, принесла. Я уже ел. Наелся? Ну что, есть улучшение? Нет никаких улучшений. Не заводится? И с новым ключом тоже? И что делать? Дело не в ключе, дело в личинке. Че? Надо сейчас вот так же, как вчера, пробовать. Папа, почему не бибикает? На единственная машина, и та сломалась. На чем мы поедем? В роддом? Я не знаю. Опять вы за мороженым сходили? Сына, ну тебе же нежелательно. Нежелательно. У тебя горлышко болит. А папка ему все разрешает. А я Мы хотели сегодня прокатиться до роддома. Поедем сейчас. Прорезать маршрут. На папиной машине поедем? Нет, на Рапчике. Сейчас приедут чинить нам замок на Рапчике. Надеюсь, починят, и мы поедем. И Климосика куда-нибудь свозим. Да? В Мегу. Что? Смотри, дети. Сам купил мороженое, вот, а сам не ест. Ну иди скажи ему, чтобы... После того, как поешь мороженое, нужно потренировать горло. Вот так вот язык вытаскиваешь, вот так. Ну, пап. Пап! Ты что, сам купил себе мороженое, а сам не ест? Я жду, когда оно подтает, я же люблю подтаешь. Ну заходи. Ты где вы? А, уже приехали? Да. Ты зачем так его напенил? А как мыть надо? Держи его! Отойди, Катюнь. Иди за самокатом, быстрее. Сейчас. Мне кажется, надо пыль основную смыть. Какую началась? Быстро поехали за самокатом, чтобы папа его помыл. Клим. Потом шлангами его... Давай, пошли. Все наши транспорты Климкины будут чисты. А ты вот как Саня вчера постриг газон у двора. Очень аккуратненько стало. А кто тебя просил туда заезжать? Будешь ходить в мокрых носках, ничего не знаю. Сейчас я обратно приеду и обратно переодеваем. Нет, не будем мы переодевать уже третий раз. Будешь знать. Ты чё, сыночка? Зачем ты это делаешь? Я просто хочу в море прокатиться. У нас такая шикарная погода, мы с Климом решили в овощное сходить. Он уже в лужу залез, в итоге босиком. Почти идет. Эй, что мне кулаки показывают? Песок попадает. Потому что мокрые у тебя ножки, поэтому попадает. Давай, поехали. Ой, блин, папа только помыл. Да, и ты уже запачкал. Клим все покупки несет сам. Да. Мой помощник. Тебе не тяжело? Очень тяжело. Да. Климоська уже устал. Хочу в Мегу поехать. Да. Зато я налегке. У меня есть сынок, мой помощник. Что ты сам себе добываешь? Ну ты уже поела. Пока я машину чинил. И у меня сил нет. Пап. 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 Клим. Дай мне мороженое. Да?
Да. Шутки шутками. Нормально себя веди. Пока мои пацаны читают, я им приготовила вкусняшки. Клубничку перебрала с сиропчиком. Будете угощаться параллельно? Параллельно? Нет. Давай мы закончим и пойдем кушать. Потому что сейчас мы уделаем всю книжечку. Хорошо? Давай чуть-чуть осталось дочитать. Ну, вот тут тебя будут ждать клубнички твои, ладно? Мой любимый виноградик. Чего, не видно, что я заплакала? Он довел меня. Мы тут приехали в роддом. Мы просто проложили маршрут. В выходной день, конечно, это у нас заняло 30 минут. Но когда я ездила, я доезжала за минут 50. С учетом того, что я еще два раза не туда поворачивала. Климочка спит. Мой зайчонок. Мы сейчас поедем куда-нибудь, куда Клим хотел. Мика? Ну, в общем, далеко все равно это, да? Да. Будешь только ты ко мне приезжать. Папа, дай мне мятную жвачку. Нет, ты поспи. А потом дадим. Мы тебя здесь оставим, ладно, сынок? У них изменился процесс. Мы ждали с Лимасика и сидим тут в уголке. И смотрим видео про ремонт. Ремонт. У нас тут очень актуальная тема. Мы пересматриваем все, что есть в Ютубе. Да. У нас есть час. Смотрим неудачные варианты. Реально неудачные. Вкусно вам. Особенно Климу. Мне тоже хочется, но мне ничего нельзя из того, что здесь есть. Ну, а ты чуть-чуть не ждешь? Не, не хочу даже. Потом изжога будет от этой булки. Мама готовит, как обычно, вкусный самый пирог. С курицей, с картошкой, с капустой и морковкой, да? Клим, а ты покажи, что бабушка Лиза напекла тебе. Иди. Вкусные, иди покажи. Пойдем, посмотрим. Ух ты, здесь похудеешь с вами. Они потому что нереально вкусные, даже я не могу сдержаться. Мама прячет? Мама прячет, Клим ушел. А искать, пойдем. Эй, не подпрячь. Пойдем, пойдем. Какие дворы мама прячет? Там холодно, мама говорит, что туда не ходила. Холодно, замерзла, я замерзла. Вот здесь вот тепло, тепло. Так, так, горячо, горячо, горячо. Холоднее, холоднее, назад возвращайся. Так, теплее, теплее, теплее. Горячо, 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 горит, горит. А холоднее. Горю, 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 горю. Холоднее, вот здесь горячее, горячо, горячо, горячо. Ну. А-ха-ха. Есть. А смотри, наверх посмотри, где орлы летают. Видишь? О, горячо. Молодец. Внимательно. Так. Не упади только. Вот это здоровая находка. Все. Все, все. Я победил пасхального кролика. Да? Молодец, папка. У нас тут сплошные пироги. Мама напекла. Очень вкусные. Это, представляете, дед столько съел. Папа мой. За раз на вечер.